Что это было? Я и не думал, что кто-то придет. Не думал и ошибся. Мест практически не было. Вот понятие, что ничто не чуждо магнитогорскому человеку. Хотя ценники — это достаточно приличная сумма, но почему-то нет. Мы должны это видеть вживую. Раньше на горку кто-то собирался, но издалека не видно. А сегодня все пришли, потому что все хотят видеть и практически участвовать. В некоторых случаях пришлось участвовать. Было абсолютно без разницы на дождь. Мы пришли на шоу, и всем это понравилось. Конечно, это есть в Штатах. Мне вообще-то кажется, что мы практически крайне далеки от нормы. Но Штаты самодостаточны. И редко кто может приехать на Урал. Им хватает Египта, части Европы, Таиланда и Индии. Так как в Штатах есть все. Но пока мы не такие, но ведь хочется видеть, как наши копейки с шахой крутятся. Обыкновенные движки, но крутятся? Да как? Я не спорю, я крутился на своем любимом Sky с количеством лошадок за 300. Здесь 65 коней ушатанных, так колбасит, очаруйся. Конечно, небольшая переделка есть, не скрою. Но для того, чтобы показать, как это ездит, и это делает чудеса, и это всего лишь час работы, час, и вы видите больше удовольствия. Теперь вопросы к каскадерам. Ведь это просто машины из города, обыкновенные, чуть переделанные. Это далеко не каскадерская техника. Но вот их тема вам показывать. Честно, они работают на ура.